Отвали, вертолет вонючий! 167 жизней осталось! Страйдер! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много классных пацанов, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, здорово. Пацаны. Да прибудь со мной Бог. Здорово. Всем привет. У нас сегодня Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики, когда мы играем за полицейских и гоняемся за преступниками. Если опять кушайте, приятного аппетита, а я сегодня буду полицейским ловить преступников. Ну что, погнали, пацаны, 7 полицейских. А тут шифт не работает, да? На тракторе работает шифт или нет, я вот не помню. Вон он. Короче, какие у нас правила, ребята? Когда мы его задержим больше 5 секунд, он не сможет двигаться, мы сможем доставать оружие и мочить его. И будет расплата очень жесткой. Пацаны, окружаем. А где он? Я сейчас все пропущу. Вижу. Да, Драгон, вот ты, подлец. А что там машина провалилась? Что за бани? Вот он, пацаны. Так, аккуратно, не спешите. Он же медленнее, чем мы. Так, он сейчас где-то затупит, и мы его остановим. Да смотри, что делает. О, я же сказал. Так, дави. А теперь давай, давите его. Дави. Ах ты, зараза такой. Ребята, полицейские сегодня ущерб больше делают себе, чем преступникам. Ментовский разворот. Все, стойте. Знаете, что много этих полицейских против одного. А ты уже сколько убегаешь, нифига себе. Все, жмите. Жмите, отлично. Так, ждем 5 секунд. Нет. Ах ты, говна кусок. Ну, ребята, ну мы ему поддаемся, да, пацаны? Он тут затупил. Все, я его зажал. Да что ты натворил, ты испортил все. Ой, что это за баг. У нас тут, короче, пацаны, права понакупляли. Давай. Куда он уехал? Нифига себе тракторист. А ты сказал, что нас много. Видишь, ты убегаешь. Есть. Ах ты, блин, я не на раз сквозь него прохожу. А вы нет? Не отключил столкновение у трактора, не? Ого, таранул ты его. Есть. 5, 4, 3, 2, 1. Доставайте оружие, мочите его. Да не своих, а его. Ого. А где он? Есть. Пошли в баню. Убили. Ну что, бородяга, давай, теперь ты преступник. Полетели. Дикие копы сорвались с цепи. GTA 5 рулят машины. Очень круто все смотрится. Ой, блин, я что-то вперед смотрел, не увидел, что он повернул. Винодел? Что? Отлично. Что за дела? Бродяга, ну что, ты хотел бы... Вот тебе и все, мы тебя и поймали. Зажимай. Вот, зажимай. Все, держу. Таран. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Мочите его. Мочи. Ух ты, не меня же. Ну что, полицейский прикол. Разворот делаем. И задним ходом зажимаем. А, блин, да что? Эй, ты читеришь, ты прописал чит no stress, baby. Задним ходом, как трактор едет. Объезжаем. Тихо. Когда поддержка поехала, мой такая тупая поддержка включает. Все, считайте. Куда? Так, давай. Да что ж такое? Смотри, какой тракторист попался, вонючий. Сразу видно, права не куплены, умеет ездить. Поехали. Отлично. Коробочку, пацаны, с другой стороны зажимаем. Все, держу. Отчитывайте время. 5, 4. А, нет, двигается. Все, давайте сначала. Вот, отлично. Буксуем. Если он в воду упадет, он считай может... Да, я его могу скинуть, в принципе. А я постою постоянно. Нет, он сейчас вырвется, я ему не дам, я буду давить до последнего. Нет. Вот дерево впереди, Дима. Дерево. Он дрифтует, Дима. По траве, кстати. Я могу поддержку ему сделать. Не, нормально, не надо. Я потом сделаю, если кто будет последующим преступником. Только тебе еще не сколько там... Я ничего не вижу, сейчас в воду упаду. Он вырвался! Хорош. Да ёкалы, мне какало. Едь ко мне.
Отлично, отлично. Есть. Зажал, пацаны, зажал. Только не врезайтесь в меня. Ну, говорю, не врезайтесь. Ну, что у нас за персонажи играют сегодня? Ко мне трактор вонючий. 5, 4, 3, 2, 1. Мочите этого дурачка. Убийцу, проказника. Убили бандита, ребята, убили. Кто следующий у нас? Вина, можно я? Винодел, винодел. Давай, винодел, винодел, давай. Я твоя поддержка сечу. Да какая поддержка? Ну что, ты встал в трактор? Да. Ну что, пацаны, ловим еще одного. А он где? А я не знаю. Он на спавне. А мы туда и летим все, пацаны, летим со всей силы. Я вам не дам всех. Псих, псих. Давай, 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 жмите его. Ого! В воду скидывайте его. Тоже пойдет. Все, останавливайтесь, он не поедет уже. Какую воду? Все, стойте, ждите. Да ё-моё, что за рахит-то у тебя машина? Не подходит. Не подходит. Стоим, стоим, стоим. Пробел, пробел зажимаем. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Мочите его. Опа, где я? Ну, короче, он проиграл. Пацаны, давайте теперь я буду преступником. Это же, ну, по-честному, по-честному. Тебе ставлю себе трактор. Я беру, короче, немного необычную полицейскую машину. Ну что, пацаны? Поддержи. Сейчас я проеду и скажу. Все, можете меня ловить. Я, короче, сейчас полицейский под прикрытием, пацаны. Это, кстати, полицейский. Так, отлично, ребята, я вырвался. Пока мы с ним хорошо едем. Дима, ты не полицейский, ты что? Что говоришь? Как у тебя дела? Да нормально все. Тебе помощь нужна? Не-не-не, я хорошо справляюсь один. Я посмотрю, в сторонке стою. Так, Дима, что за счет? Нет, ничего не делать, это просто игра как-то так странно работает. Но мы едем, ребята, ну мы же видите, как красиво едем. Вон они друг другу мешают, а мы красиво едем. Едь быстро, едь. Ого, это уже не хи-хи-хи. Отлично, отлично, ребята. Ты куда едешь? Ай, хорошо, навалил там кучу, и мы свалил. Ого. Полицейская машина, да ладно. Это полицейская машина, если что. Дима, помог. По голове едем, нет, смотрите. Он едет, он двигается, так что нет. Еще двигаюсь, да, еще двигаюсь. Ах ты га... Все, едем. Да кто на этой военной машине? Это не по правилам нашего режима. Это мешается, это предатель. Ты пострадился. Так, пойдем в воду. Как я их обманываю, ребята. Да эта машина как-то странно через трактор проходит. Так нечестно, смотрите, я должен был остановиться. А что так работает? Может, моды разные, хотя с GTA 5 же все вместе. Что такое? А что за читерство с моей стороны? Я ничего не нажимал, оно само. А ну, это машина... Это полицейская машина. А ну, стойте, дайте проверю. Отключить столкновение. Может, кто-то мне отключил столкновение? Да не, у меня выключено оно. Давайте я другой трактор поставлю. Стойте, я... Ого. Стойте, стойте. Ну реально какой-то трактор попался неудачный. Смотрите, как надо наваливать. На хаммере. Господи, Дим, за лимузине. Смотри, как можно ментов обмануть. Красиво. Опа. И газулечку. Здесь мы аккуратно разворачиваемся. Якобы. А на самом деле даем назад. Вперед. Не зажали, не зажали, не зажали. Не зажали. Бомбы полетели. Ё-моё. Отвали, вертолет вонючий. Да 67 жизней осталось. Страйдер. Отлично, отлично, ребята, отлично. Главное что, петлять, постоянно петлять. Стой, не заезжай, не заезжай. Один хп, один хп. Блин, ну все. Да ё-моё. Это нереально. Ну чё, кто хочет еще быть преступником? Я на машине. Хелфан, давай ты. А то уже все, считай, были в этом ролике. Ты капец, Хелфан. Да что угодно, можешь любую машину брать, мы тебя все равно убьем. Взял мотоцикл, мотоцикл выбрал. Да?
А, он мотоцикл первый взял, все, он берет на это ездить. Ну что, давай. Вали. У него белая машина, да? Ну что, последняя погоня у нас за белой машиной. Только ты нас не мочи. Слышь, ты! Винодел, ну хорош, вы что делаете? Блин, прикольную вы затею сделали, мне нравится. Убили его? Да. Дима, можно теперь я? Ну давай, бери, бери. Давай теперь ты, давай. Ага. Сейчас мы тебе сделаем. Можно любую машину брать, да? Да, какую хочешь. Прикольная машина, ты взял. Фига себе, машина просто болеет. Ну, не буду палить. Ребята, сейчас будет небольшой взрыв в краю карты. Ух, посунуло пацанов. Ой-ой-ой. Дима, давай, тебе мой взрыв. Это разве твой? Это такой нормальный взрыв? Слабый? Слабый. Слабый. Хорошо, сейчас будет. Чуть-чуть больше будет. Слабый 25. Прощайте, ребята. Ох, вот так. Не убил. Ранил. Не, не убил. Значит, мало, да? Ого. Что это за взрывы? Ой-ой-ой, скончался. Ну все, давайте шутки прочь, давайте нормальную бомбу взорвут, и все, последние карты. Потому что я вижу, вообще не умеет взрывать бомбы человек. Здесь больше FPS. Все. Пошла жара. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.